Привет всем, это магазин волос «Домик принцессы». Сегодня у нас будет видео, как крепить волосы на заколках. Итак, в нашем распоряжении имеется несколько комплектов волос для того, чтобы подобрать нужный оттенок. Дальше расческа, уточки и такая вот расческа уже впоследствии за уходом за волосами. И также у нас имеется модель. Комплект волос состоит из 8 лент. Вот они, ленты разной ширины. Для начала, чтобы подобрать цвет волос, мы выбрали 3 оттенка, очень подходящие нашей модели. Цвет номер 6, средний шоколад. Посмотрите, как он идеально подходит и сочетается с цветом волос. Для того, чтобы закрепить волосы на заколках, не обязательно вызывать парикмахера, стилиста и так далее. Вы можете закрепить волосы дома. Это делается очень просто. Вам нужна расческа. Первонаперво делаем пробор. Мы сделали ровный пробор. Такой вот внизу головы. У нас всего будет несколько проборов, так как у нас идет несколько широких ленточек. И мы крепим одну из ленточек сразу под пробор. Я заранее хочу сказать, что никакого лака вам не понадобится. Вы можете сделать начес, но можете и не делать. Волосы и так прекрасно держатся. Посмотрите, какой эффект. Теперь мы делаем второй пробор и крепим вторую широкую прядь под второй пробор. Сейчас мы делаем, крепим третий и четвертый слой. Мы закрепили 4 слоя волос. Посмотрите, как это прекрасно смотрится. Как будто свои волосы. Никаких переходов, все ровно, гладко и красиво. У нас остались височные пряди. Это такая вот прядь на одной заколочке. И мы ее прикрепляем, собственно, на висок. Одним движением руки. Все готово. Вот у нас и получилась красивая, шикарная прическа с использованием накладных волос. Это действительно уникальный способ за буквально считанные минуты удлинить и загустить ваши волосы.